Господа и дамы, у нас в гостях очень музыкальный на этот раз гость. Раз уж мы говорим о культуре, без музыки здесь просто-напросто никак. Группа Black Kings, Marvel Owls и Луис Марс. Доброе утро. Ну, рассказывайте о вашем творчестве. Как давно вы поете? Ну, у нас здесь 2 года здесь. Но у нас новый проект, это у нас вдвоем Black Kings. А почему именно вот такое вот интересное название Black Kings? Потому что мы это Black King, это как черный король. Это мы черные. Это типа король, потому что это как музыка, которую мы сделали, она стыдная. Я думаю, да, мы не как король, но просто как хорошая музыка. Очень высокопарное действительно название, но тем не менее. Вот раз уж мы заговорили о музыке, то в каких жанрах вы, собственно говоря, поете? Ну, у нас много вариантов. Но стильно, типа, это латинский, но американский, но все на киргиз. Потому что мы хотели сделать так, это все комбинация, фонки, много. На киргиз, национальная традиция. А пробовали вы исполнять кыргызские национальные песни или нет? Песни на кыргызском языке, может быть? Да, да. Пробовали? У вас получалось? Да, да, кыргызстане много пел. А сложно было учить эти песни? То есть вы понимали, о чем вы поете? Ну да, конечно, мне сразу переводчик, потому что как я могу петь, если я не знаю, что я. А кто ваши любимые исполнители? Вот кто вам нравится очень? Кем вы, может быть, вдохновляетесь? Здесь, Кристиан? Нет, вообще вот на кого вы равняетесь, возможно, там. Ваши любимые музыканты в мире? На мире? Да. Бруно Марс. Я так и думала. Да, почему-то не удивлен. Майкл Джексон. Мирбек Атабеков. Мирбек Атабеков, это хорошо звучит. Очень хорошо. Они оказались в одном ряду, Бруно Марс, Майкл Джексон. Я думаю, это прям льстит ему очень сильно. Ну вот, как воспринимает наша публика вот ваше творчество? Как танцуют, сразу начинают танцевать или подпевать? Вот тепло ли вам от нашей публики? Да, здесь Кыргызстан очень хорошо. Очень. Поэтому когда мы пели, там люди очень хорошие, не видно, поэтому мы очень любим здесь. Любой момент люди понравится у нас шоу, у нас песок. А почему вы все-таки выбрали Кыргызстан, хочется спросить? Из всего этого разнообразия. Я первый приеду по контракту на лото. Потом закончили контракт и сделали на проект, и сейчас я работаю в Кыргызстане. Влюбились? Да. Ну вот вы у нас 2 года. Что вас удивило в Кыргызстане? Вот что понравилось, что не понравилось? Может, какие-то возможно, необычные, да, странные вещи вы увидели? Человек, культура, как климат, все нравится. Вас устраивает все абсолютно. То есть нету такого, чего бы вам не нравилось? Нет. Если не нравится, мне здесь. И давайте напомним нашим зрителям, откуда вы приехали, чтобы мы могли сейчас сравнить этот контраст. Но на Куба. Куба. Мы кубинцы. Куба. Мы кубинцы, натурально. Испанский там. На Куба другая культура. Но здесь мне очень понравилось, мы очень любим. А проводите ли вы у нас здесь какие-нибудь кубинские вечеринки? Кубинские вечеринки? Да. Или хотите, возможно, провести? Может быть, ностальгируете все-таки по Кубе и хотите устроить что-нибудь такое зажигательное? Ну, ностальгируют, да, но... Ну, как сказать, реально мы здесь хотели сделать все. Родители, мы хотели так, он жениться здесь, я жениться здесь. У нас типа это здесь. Ну, конечно, мы скучаем. Мама, папа, родители, все там, но это сейчас так. А вот у вас получается дуэт, вот вы вдвоем поете. Вы хотите, чтобы к вам кто-нибудь присоединился? Кого-нибудь к себе в группу еще может взять? Может быть, какие-то музыканты или новые вокалисты? На нашу группу? Да. И новые вокалисты? Да, да. Не так думаю, просто я хочу как музыкант, инструмент, пианист, друм, барабан. Вот это только на прит, только двоем. Двоем, да. Что вы думаете о кыргызской музыке и слушаете ли вы ее в свободное время?
Да, как говори. Это киргизская музыка, это хорошая. Я тебе сказал, да, я люблю эту музыку, на Мирбек Атабек. Да, Мирбек Атабек уже озвучивали. Любимый исполнитель, мы поняли. Ага. А вот что насчет кыргызских танцев вы можете сказать? Данс? Ну, не только танц. Я здесь, я очень понравился все, но только танц, потому что культура. Они очень любят ему культуру, понимаешь? Но немного страна, они всегда, не знаю, европейские, они любой, но здесь людям понравится танц, все они понравится. Поэтому я здесь, я вижу, как маленький, все танцуют, поют, это очень... Счастливый человек. Да. В общем, мы понимаем, что у нас действительно все счастливые люди. Мне кажется, самой счастливой страной нужно было называть нас. Это прекрасно, что люди нас видят именно такими. Я думаю, сейчас стоит поговорить о национальной кухне. Вот какое ваше любимое блюдо из кыргызской? Лагман. Это первое блюдо, которое вы здесь попробовали? Не первое. Не первое? После года, когда я был здесь, я попробовал лагман. И только спустя год вы открыли это чудо для себя? Не знаю. Это удивительно. Обычно, когда к нам приезжают люди, их сразу кормят вот просто национальной едой. А кроме лагмана, возможно, у вас какое любимое блюдо? На Куба? Нет, здесь. Плов. Мне нравится. Я лагман. На первое блюдо. Каким было первое блюдо? Которое вы здесь попробовали? Самсы. Ну, это... Ну, самсы тоже. Ромок кириз, да? Да, я тоже ромок. Очень люблю. Ну, в общем, я думаю, наши сразу же закормили. Ну, а можете рассказать, на каких мировых исполнителей музыки вы равняетесь? То есть мы уже слышали то, что вам нравится Мирбек Атабеков, но помимо этого, чтобы на кого вы вот хотите быть похожим? Кто влияет на ваше творчество? На здесь у нас есть. Нет, во всем мире, вот кто влияет? Ну, примерно у нас... у нас группа, у нас другой стиль. Ну, конечно, мы посмотрим, не знаю, много музыкантов, а мы сами сделали у нас стиль. Поэтому мы похожи на другой музыканта, нет. Можно стиль, потому что, конечно, американский стиль, фонки, любой стиль есть. Но мы хотели все стиль, можно фонки, кириз, а у нас стиль, кубинский стиль сделать. То есть вы смешали несколько жанров, получился микс, такой вот микс. Микс, да. Да, и получилось нечто новое, нечто прекрасное. Да, поэтому мы хотели, когда люди слушали у нас группу, они говорят, это Blood Kings. Это не похоже на другую группу, это у нас стиль. А принимали ли вы участие в каких-нибудь конкурсах? Конкурс у нас? Да, вообще, вот в конкурсах принимали? Или... Ну, давно на Кубе. Давно? Да, здесь нет. А здесь планируете? У нас же здесь есть конкурсы, принимать участие в конкурсах? Ну, примерно сейчас, ну, если время есть, но сейчас примерно у нас альбом приготовлен. У нас новый альбом из «Много народов». Первый Атабек, Нурман Садыров, мы там будет альбом 10 и 9 песни. Мы уже выпустили или только выпустили? Но мы сделали на студию. Готовится альбом, и мы, конечно же, его ждем. Ну и я думаю, что самое время, наверное, послушать ту музыку, о которой мы сегодня говорим немало. Вы можете проходить и исполнять нам уже песню на сцену. Ну и, друзья, действительно, я думаю, что сейчас будет очень интересно, очень зажигательно. И поэтому мы призываем вас просто-напросто встать с диванов или даже встать с постели, если вы тот счастливый человек, который сегодня не работает, и насладиться прекрасной музыкой. Да, я думаю, у нас сегодня столь интересные гости, что зрители точно не должны сейчас переключаться, обязательно остаться и послушать. Поэтому послушаем прямо сейчас. Группа Black Kings. Сөз айтып беріп, анын алдайсын. Сен топ қыздарды ойнап қинайсын, әч кімге жүрегі ғибайсын. Тусақыма менің үз көңі, үзін олбай сыздайсын. Сен үзінді бер ойло, бер ойло. Амиро, башқаны шер ойло.
başkanım, şeroylar gözümde.